праздник весны и труда. Вот сколько мусора со стадиона собрали за полчаса всего. А потом детям сосиски, жареный хлеб. Вот так вот проводят время секция бокса. Что? Пост посвящен дню весны и труда. Самым лучшим людям Сегежи. Медаль хочешь в фестивале? Мне медаль? А зачем мне медаль? Я и так хорош во всех отношениях. Правда, Ольга Валерьевна? Медаль лишней не будет. Думаешь? И теперь мы можем здесь заниматься без риска травмироваться об стекло, об мусор. Чудесно. Семья Федорова. Вдвоем. Одна на двоих, одна на семью. А где Полюха-то? Не вижу. Конечно. Да.